Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Шампиньон, пожалуй, самый узнаваемый и распространенный гриб на планете. Его культивируют в промышленных масштабах по всему миру, и он стал неотъемлемой частью нашей кухни. В дикой природе шампиньоны предпочитают богатые органикой почвы, луга, поля, лесные опушки. Однако большинство шампиньонов, которые мы покупаем в магазинах, выращены в искусственных условиях. Шампиньоны подходят для приготовления самых разных блюд – супов, салатов, гарниров, начинок для пирогов. Их можно купить круглый год практически в любом магазине. Мягкий, грибной аромат и сочная мякоть делают шампиньоны любимым ингредиентом многих кулинаров. Слово «шампиньон» происходит от французского «champignon», что означает «гриб». Шампиньоны богаты белком, витаминами группы В, а также селеном и калием. Его неприхотливость и универсальность сделали его одним из самых популярных продуктов в мире.